Еще 116 человек излечились от коронавируса. Общее число выздоровевших приближается к 60 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 343 жителей края. 12 пациентов скончались. Защитить здоровье поможет вакцинация. В запасе более 225 тысяч доз вакцины первого компонента. Прививочные пункты работают ежедневно. Более 130 тысяч детей войны в крае получили ежегодные выплаты. А в следующем году размер материальной помощи дополнительно увеличат. Меры краевой поддержки пенсионеров анонсировал губернатор Владимир Владимиров на встрече с ветеранским активом Ставрополья. Напомним, что впервые выплаты детям войны были законодательно закреплены в регионе 2 года назад и составляли 5 тысяч рублей. Если уж мы приняли это решение когда-то, да, то уж надо по-человечески его уже начинать индексировать. Пока что мы запланировали, что мы будем выплачивать по 7,5 тысяч, дальше посмотрим, чем закончим год, чем закончим, начнем следующий год. Я думаю, что и дальше будем эти решения принимать именно социально направленные. На Ставрополе к концу августа развернут еще 149 коронавирусных коек. Их общее количество превысит 4 тысячи. Об этом на брифинге журналистам рассказала замминистра здравоохранения края Наталья Звягинцева. Как прозвучало, ситуация с эпид-обстановкой в регионе остается непростой. Количество заболевших продолжает расти. Причем инфекция протекает все сложнее. Разработан и экстренный план на случай, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Предусмотрен еще так называемый план Ч, то есть чрезвычайный, когда мы будем добавлять еще порядка 125 коек. И у нас, надеюсь, к концу августа, начало сентября будет 4163 койки. На брифинге также рассказали о том, как в этих непростых условиях краевой столицы трудится скорая помощь. Ежедневно на работу выходит свыше 200 бригад. Часть специалистов обслуживает больных коронавирусной инфекцией. Суточное количество вызовов увеличилось до 600, что на треть превышает стандартные показатели. При этом много звонков, по словам медиков, необоснованных. Это значительно увеличивает время ожидания бригад. Это паника, это непонимание работы скорой помощи, потребительская, безответственная. Порой в отношении других людей, которые нуждаются в ней, действия. То есть требования и потребительское отношение к себе, то есть непонимание, что мы не делаем некоторых вещей, а требования от нас это сделать, допустим, мазки взять, отвезти на рентген, как в такси. То есть служба скорой помощи работает для оказания и купирования тех состояний, которые непосредственно угрожают человеку. В селе Садовом завершился капремонт амбулатории. Как сообщили в администрации Арсгирского округа, в здании полностью заменили коммуникации и привели в порядок кровлю. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории. Медучреждение обновили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На трассе Кочубеевская-Казьминская-Заветная отремонтируют 10 километров дорожного полотна. Как сообщили в региональном Миндоре, специалисты обустроят выравнивающие верхние слои покрытия из асфальтобетонной смеси, укрепят обочины песчано-гравийной смесью и установят знаки. Ремонт проведут в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы.